Всем привет! 10 июня на турецком телевидении состоится премьера новой 94-й серии турецкого сериала «Мои братья». Ранее мы увидели, как Дурук привел Асие в красивое и романтическое место. Он просит посмотреть внимательно, насколько красива его возлюбленная. Даже сам Стамбул кажется очень тусклым по сравнению с Асие. Асие была смущена от таких комплиментов, и она попросила Дурука не преувеличивать так сильно. Шенгуль стал звать Айбике, но она в этот момент была вместе с Берком и очень напугалась. Берк стал спрашивать, где в этой комнате ему сейчас можно было бы спрятаться. Айбике поспешно помогла Берку спрятаться в шкаф. Омера, Угулджана и других ребят взяли под арест. Они стали оправдываться перед полицейскими, что приняли это место за обычный клуб, где танцуют люди. Они даже не подозревали о том, что там на самом деле находится казино. Акиф стал спрашивать у Шефаль. Это она позвонила в полицию? Дурук предупредил Акифа, что если он решит это дело в самые кратчайшие сроки, то это будет их последняя встреча. Сюзан стала спрашивать у Ахмета, неужели он сделал ей предложение руки и сердца. Ахмед это подтвердил. Шеваль направила пистолет на Сюзан. Умер и Сарпом пытались ее остановить, но неожиданно раздался выстрел. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться.